Итак, пойдемте покажу вам гвозди. Йога-гвозди, доска для йоги. Для чего это и как с этим работать? Для чего йоги сидят на гвоздях? Заходите в YouTube, скоро будет новое видео. Приветствую, дорогие друзья! Итак, мы начинаем серию новых видео на нашем канале в YouTube, канал под названием Скубаев. Приглашаю всех подписываться на канал, задавайте свои вопросы, и исходя из этих вопросов, мы будем высветлять, рассказывать какие-то темы, которые интересуют в первую очередь вас, тех, кто смотрит и интересуется миром йоги и миром боевых искусств. Приглашаю всех, подписывайтесь на канал, ждите новое видео, будет интересно, задавайте вопросы. До скорых встреч. Сарва Мангалам. Да будет благо.